Сегодня начало вот октября, самое время для пересадки клематисов. Видите, вот уже пожелтевшие, они отцвели, я их обрезала. Вот до конца они сидят у меня не в положенном месте. Вот они мешают винограду здесь. Поэтому я его сегодня буду выкапывать отсюда и делить. Также вот мне сидит здесь кустик. Вот он, клематис, возле розы. Вот поэтому мы его отсюда будем убирать и поделим его пополам, потому что он уже большой. Вот я его обрезала, он отцвел давно уже, и я его буду сегодня делать ему пересад. Это у меня клематис. Вот здесь я весной откапывала. Вот, дарила подруге своей. Это у меня такой мелкий. Клематис мелкий, беленькими цветочками. Он рассеивается семенами и по всему огороду. Вот у меня еще есть такой большой куст. Вот он здесь. Его тоже надо пересадить. За что я люблю пересадку клематиса осенью? Первое. Растение закаливается и привыкает к нашим перепадам температур. У нас в сентябре были уже заморозки 3 дня, потом пошли дожди. Осенью удачненько, больше времени, мы уже все убрали, как говорят. И сейчас самое время не только клематисы наши пересадить, но и заняться хостами, которые тоже разрослись, и нужна им пересадка. Вот. Минус весной набухают почки, идет движение сока по веткам, поэтому в это время лучше, конечно, клематисы не трогать. Вот. Но есть и минусы осеннего черенкования в том, что можно не угадать с ранними морозами или заморозками. И саженцы могут замерзнуть и не успеть укорениться. Вот понятно, что осеннее хуже, конечно, приживается, чем летом, но есть очень много и плюсов. Осеннее деление кустиков более безопасно, чем весеннее, потому что весной вообще нельзя выкапывать растения, когда началось пробуждение почек и пойдет вот развитие куста уже вверх. Поэтому весной лучше его не трогать. А осенью вот самое время заняться нам пересадкой и делением кустиков. Луночки. У меня 3 куста будут. Белая, сиреневая и розовая. Будет клематис такой. 3 лунки. Клематисы обычно садят 20-30 сантиметров от ограждений. Нежелательно, чтобы стекала вода, особенно с крыш, потому что клематисы не любят. Защита, чтобы должна быть. Вот у нас здесь беседка. Яблони растет. Здесь также у нас качели. И, конечно, хорошая защита. И с солнечной стороны у нас они будут посажены. Потому что они не любят затенения. Хорошенько проливаем. Делим наш куст. Берем. Я все равно прикрываю их черноземом. Вот так вот они будут зимовать. Вот так вот они и будут зимовать.
засыпала черноземом. У нас сейчас погода немножко хорошая будет, дня 2-3, солнышко, чернозем подсохнет вот этот, и потом я укрою лутросилом. И вот так они будут у нас зимовать.